Песня называется «Ключ к переходу». Это вот тот самый переломный момент, который у меня в голове случился, потому что как бы перестать жалеть себя и понять, что на самом деле у тебя много чего есть. Вот. И много чего нету. Смертельной болезни, например, нету. Да. Родственника какого-нибудь лежачего на иждивении нету. Пару судимостей, да, пару тюремных сроков тоже, в принципе, нету, что не может как-то не радовать. Поэтому завязываем ныть, господа. Точно ли ты знаешь, чего хочешь? Суть вопроса, повод, чтоб зависнуть. Дом, машина, два билета в Сочи. Точно ли ты автор своей жизни? Загляни в себя немножко глубже. Это лес священный, а не дебри. Здесь живут все те, кому ты нужен. Память в мозгу, в душе и в сердце. Достучись до смысла и до сути. Приходи к священному колодцу. Темен час, и то еще будет. Но верхушки еле красит солнце, а потом открыть глаза, умыться. И рюкзак за спину, не в машину, навсегда всего чуть-чуть за 30. И успеть до ночи взять вершину, чтобы строчка завершилась точкой. Оглянуться в спящую долину. Точно ли ты знаешь, чего хочешь? Ты уже забрался на вершину. Чем теперь заполнить этот прочерк?